Продолжаем проходить Far Cry 3. Вы на канале Прикоснуться к играм. Нормально вообще, реально убил. Кто у нас там? Блин, а там никого. А нет, нет, нет. Блин. Иди, блин, тупой барс. Чё? Реально? Парень не промах, но я не нормально вообще. Они умеют, блин, даже барсов или кто там ляп гепард приручать, а. Вообще капец. Жесть. Реально жесткие будут враги у нас. Мм, 250 очков. Как бы веру, что ли. Блин. Блин, и как я тут вообще должен забираться, а? Ой-ё, сколько тут мест для круг окошек. Всё-таки нет, когда будет тоже. Так.
Ошибись. И откуда, и как, вообще ничего не понятно. Да, вообще зашибись. Надо было там вообще изначально. Еще бы ни черта не видно. Ладно, сейчас. Да, все-таки надо было с самого начала, как мне кажется. Блин. Ну, взорваться, даже не знаю. Нет, не пугается. Подожди. Чё мне шпора, мне интересно. Я её буду. Ну а ладно, хотя бы зато с них приманка. Это что? Блин, зашибись. Смотрели на какой-то ковер, нас заштырило. Зашибись. Что это? Мне нечи карти мне дека, и мне лага, что я пахнул. Смотрел, что я прибыл. Бас мне гудно та. Стас лишь прыгнуть вниз. Я жеванта.
Я был юн, я только что стал воином короля Кирата и получил имя Калинга. Меня обучали защищать короля, и он выбирал меня для иного дела. Меня послали найти Шангри-Ла, рай на земле. Скажи мне, как писать неописуемое. Единственный способ показать рай — явить его с собой. Я, если что, читаю, что он говорит, как... А, нам надо теперь всплыть. Давай быстрее плывай. Всплывай! Ох, сколько тут. Ё-моё. Туда сейчас сетку и рыбу лови. Мой путь сюда был долг и труден. Я многое пережил, я не тот, что прежде. Но я был дураком, считая, что в этом раю нет страдни, что ли. Да жаль, то, что нам у нас не видно, кстати, тело. Плохо. Тигр знает, какого цвета кровь. Он поражен иного мира. Ё-моё. Весь истерзан. Нормально вообще. Тигр сдох и исчез. Зуб огромного зверя прошел насквозь. Великая битва была в лесу. Тигр защищал свой дом. Но от чего? Я так понял, он нашел рай, но рай, типа, не до конца рай. Тут можно найти какое-то существо, а возможно их много, потому что тогда бы оно вымерло, мне кажется. Возможно, мне кажется, придется его убить. Шангри-Ла, ты вторглись, демоны, и кто-то что-то хочет просветить Шангри-Ла себе. Блин, демоны при... Демоны, короче, просто пришли в рай. Вот, блин. И вот пришел защитник рая. Да, блин! Откройте дверь. Бей демона, бей демона! Молодца, ты убила демона. Тигр вернулся из царства мертвых, но спасти меня, а заключить союз. Наведи прицел на врага и нажми R1, чтобы...